Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Донали, и сегодня у нас покупка двух магических коней. А вернее, двух магических фризов драконов, которых я ждала с момента первых спойлеров об этих двух удивительных существах. Даже специально сегодня принарядилась и взяла с собой своего единственного фриза третьего поколения. Но сегодня он уже перестанет быть единственным. Так что седлайте своих коней и поедем вместе покупать новиночки. Кони находятся в общем доступе в конюшне Мойланда. Там же, где и всегда. Причем хочу заметить, если кто-то не смотрел видео по обновлениям на моем канале, то сейчас наравне с этими двумя магическими фризами до сих пор находятся два магических ахалтикинца Форт Пинта. Поэтому вы можете до сих пор, если еще не успели, приобрести себе ахалтикинских морских красавцев с их скатиками. Ну а у этих драконовых коней, у этих дракошиков, этих драконов, у этих фризов, я не знаю, как еще их назвать, у них тоже есть питомцы скатики по 400 СК. И если по поводу морских питомцев скатов у меня не было вопросов, там они были то, что надо, то вот этих вот, если честно, я не особо хочу брать. Они мне вначале очень сильно понравились, но сейчас я присмотрелась к ним и понимаю, что, ну, не стоят они 400 СК. Ну, не нравятся они мне настолько, что я буду с ними кататься. Вот то ли дело котики. Котики, у меня уже много котиков, с ними другой вопрос. Собачки, юрики у меня, кстати, всего лишь один, который давали бесплатно за кот. У меня больше, как раз, больше всего у меня, по-моему, котиков. И всяких растительностей, ягодок, букеты. Ну, почти все это давалось бесплатно или за задание. Да. А вот именно самостоятельно я покупала только себе котиков. По-моему, кого-то еще. А, плюшевых лошадок тоже покупала. Ну, вот эти скатики. Нет, это не то. И даже ради этого, ребята, я, если вы видите, специально перешла на английский язык лаунчера, чтобы назвать этих божественных существ английскими именами. Давайте начнем с огненного дракона. Да, я буду называть его огненным драконом. Ну хорошо, давайте с красного, потому что они типичные, мне кажется, европейские, а-ля кони-драконьи, поэтому просто будем называть их красный и изумрудный. Это Алдрак? Честно, не помню. Вот. Описание вы можете почитать на русском языке спокойно сейчас, зайдя в Star Stable Online, подойдя и просто почитая их историю. Я, если честно, сама еще не читала, поэтому потом после этой покупки я зайду и почитаю для себя. Уж больно интересно их мистическое фэнтезийное создание, их появление. Так, давайте посмотрим на кнопочку без магического облика. Вот так будет выглядеть этот огненный красавец. Он будет рыженьким с соловой гривой, боже, он мне очень сильно нравится. Причем, заметили, у него кончики, наверное, так же, как у Умбры, у Андалуза темного магического, они какого-то оттенка. Но так как у этих коней прическа в шишках, и только в шишках, то есть мы никогда не увидим, я думаю, этого коня с длинной гривой, если только разработчики передумают и разрешат менять гриву магическим коням. Но, так как у него вот тут шипы с перепоночками, то, пожалуйста, в натуральном виде только шишки. Итак, как же мы тебя будем называть? Давай посмотрим. Ага. Так, извиняюсь за хмыканье носом. Так, на русском языке дракон есть только во второй кладке. А если он здесь? Давайте посмотрим. Дог, доллар, Дрейк. Дрейк, насколько я помню, это одна из вариаций дракона. А вот что у нас будет здесь? Тоже Дрейк или Дрейк and Dragon? Так, ABCD. Так, D. Dragon. Так, да, здесь. А, вот, как я и сказала, смотрите, у нас есть тут двойное. Дрейк и Dragon. То есть мы можем назвать коня Дрейк-Дрейк. Или Дрейк-Драгон. Но я не хочу его так называть. Я назову его так, как тебя называть?
Так, flame. Flame, по-моему, это огонь. Но есть fire, flame, да, это все огненное как-то. Насколько я помню. Так, а есть какое-нибудь более созвучное? Что-то на букву R, к примеру. Ох, сколько теперь имен. Листать колесиком трудно. R. Rainbow, Ranger, Raspberry, Raven, Red, Witch, Rain, Racing, River, Robin, Rock, Root, Rose, Row, Royal, Rune. Все. Ну, как-то называть Red Dragon, Красный Дракон, мне кажется, это не то, это как-то неинтересно. А давайте посмотрим, как будет... Я, честно, английский не знаю, поэтому здравствуй, Google Переводчик, будет мне в помощь. Как будет по-английски Ranger? Что знакомое? Power Ranger, это оно? А, Ranger, это и есть Ranger. Ну-ка, а как насчет пылающий? Перевести с русского на английский. Blazing. Тут есть blazing. A, B. B, 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 Ble, Blaze. Ну-ка, а Blaze это... не надо мне воспроизводить. Blaze. Полыхать! Blaze Dragon. Вот так он и должен был называться. Поэтому окей. Blaze Dragon. Blaze Drake. Ну-ка, изумруд заранее. Изумруд. С русского. Эмеральд. Blaze Drake. Эмеральд Dragon. Эмеральд. Надо же. Оказывается, в Red Dead есть Emerald Ranch. Так это изумрудный ранчо, что ли, называется? Давайте я назову Drake. Blaze Drake. Drake. Это же тоже как дракон. Я буду все с переводчиком, потому что мне не стыдно. Я английский не знаю. Дрейк. Селезень. Муха-подёмка. Не, ребят. Хотя, странно, в некоторых играх я видела, что драконами называют Дрейк. Дрейками. Blaze Dragon. Blaze Fire, можете тебя назвать. Film Finder Fire. Blaze Fire. Вот, давай мы тебя назовем Blaze Fire. Да, вот Милана Софтбарт закричала. Давай мы тебя назовем Blaze Fire. Мне кажется, ему подходит. Так что... Хлоп, не могу, рука занята. О, могу. Все. Да, удачи тебе с твоей новой лошадью. Эту фразу мы уже почти все знаем наизусть. Те, кто уже 100 лет, мне кажется... Что такое? Извиняюсь, забыл выключить звук. Те, кто уже 100 лет покупает себе коней. И у нас остается выбор, как назвать второго дракона. Ой, это Фавамавр. Фарамавр, по-моему, да, по-моему, так называется. Характеристики абсолютно точно такое же, только описание другое. Почитайте на русском языке, если захотите. By horse. А, стоп, no, no. Мы должны посмотреть... Toggle Magical Horse's Appearance. Вот, вот такой вот красивый, серо-коричневенький. Я даже, я масли не знаю, простите. Ну, такой классный, в общем. Вот такой классный, и мне тоже очень сильно понравилась его, ну, вот такая вот естественная масть, поэтому, да, красавчик, мы тебя покупаем. А, говорите ABCD и ABC. А, долго листать, D. Эмеральд. Эмеральд, изумрудный. Как тебя называют? Изумрудный. Как? Эмеральд. Река? В смысле, с болгарского? Нет, давайте с русского на английский. Ривер. Эмеральд Ривер. Я думаю, назвать его изумрудная река, может быть? Где? Ре. Ривер. Ривер. Или Райвер. Ну-ка. Ривер. Ривер. Не все слова можно произносить идеально.
Rainbow Ranger Ranger River. River. Вот. River. Emerald River. Мне кажется, изумрудная река, это название ему подходит. Я не знаю почему. Река. Не знаю, почему тут этот изумрудный дракон, он у меня как-то ассоциируется, знаете, с таким вот а-ля речным драконом все-таки. Не знаю почему. Ну, в общем, Emerald River. У меня есть конь, который будет у меня ассоциироваться еще с Red Dead Emerald Range. Замечательно. Покупаем. Вторая покупочка за сегодняшний вечер. Ребятушки, я очень рада. Я также очень радуюсь за тех, кто сможет себе купить за ближайшие, по-моему, 2 недели этих коней, кому они понравились, кто их сможет прокачать. Просто укутать своей любовью и заботой и окружить их всей своей любовью и лаской. Да. Так что давайте посмотрим. Я очень хочу на них посмотреть. Пожалуйста, грузись быстрее. They're coming to pick you up. Да. Вот, спасибо. Знаете, теперь мне появляется такое маленькое желание, может быть, переехать поближе к манежу, так как манеж теперь крутой, и в нем действительно теперь даже мне постоянно хочется в нем заниматься. Единственная проблема — это освещение. О, я сама того не зная, освободила им 2 дневника друг напротив друга. Я забыла об этом. Я сейчас забыла дневники освободить, но видите, оно само так получилось. Вау, ребята! Ребята, какие вы классные, какие вы суперские, что я могу сказать? Ой, знаете, мне кажется, модель Фриза идеальна для этих замечательных существ. Так, мне интересно посмотреть, ага, хвостик, если честно, ну такое себе. Ну так болтается, как будто набит даже ватой, как, даже не ватой, а как будто он силиконовый. Ну, хоть как-то он тут взаимодействует, конечно. Чешуя, прорисовка, чешуи просто мне... просто божественно. Так, вообще, анимация. Ну, что по поводу анимации. Анимация тут точно такая же, как у обычных фризов. Но вы просто посмотрите. Вот эти вот шипы, вот эти рога, ушки. Я в восторге. Я просто блаженствую, честно. Вот нравится и все. Так, давай посмотрим. Какой ты классный. Слушайте, он сейчас подходит ко мне прям идеально, прям под мой комплект одежды, прям красивый. У него еще полосочка на спине. А, кстати, у рыжего, по-моему, тоже. Итак, давайте поставим вас вместе. Хотя, чего вас сравнивать? Вы 2 фрисские модели, и сравнивать-то вас и не надо. А вот у этого чешуя, заметьте, она идет вдоль тела уже по-другому. По-моему, у зеленого такого нет. То есть, действительно, у этого чешуя более такая морская, водная, а этот более такой горный, наверное. Но, тем не менее, Blaze Fire. Вот этот, кстати, надо нажать на пробельчик. Вот так вот мы танцуем. Хвостик, правда, несчастный, висит такой, болтается у нас, и мне это вообще не нравится. Хвостик мне не нравится. Мне нравится моделька хвоста, мне нравится текстура хвоста, но как он двигается, мне не нравится вообще, как будто какой-то кусок желе висит, честно. И вот такой вот рыжий красавец у нас теперь есть. У него еще отметина на мосечке. А, он еще... Ой, ребят, вы знаете, я люблю рыжих. Кто давно меня смотрит, я обожаю серых и рыжих. И учитывая то, что, в принципе, это серый и рыжий по оттенкам, я в полном восторге, я прям счастлива не могу. Думаю, в ближайшее время я на своих тренировках буду появляться именно на вот этих вот, на этой парочке, потому что посмотрите, какие они классные. Я, конечно, всегда была за то, что фризы, поистине, они своей по генетике только вороны. Но эти ребята исключение из правил. Так, давай мы тебя сделаем обратно. Тебя мы тоже... Помогите, помогите, пути меня. Давай, сядь на него. Так, фриза... Ага, понятно. А что, не могу? Я не могу? Дай. Вот, все. Ага, фриза. Мы вот этого вот сейчас уберем, потому что у меня проглючило опять. Мне не нравится, что вот глючит, и я не могу как бы убрать коня. Он залагал. Поэтому мы тихонечко отодвинем нашего великолепного лорда в сторонку, который частично уже
Ну ладно, конь не на пенсии, но он на заслуженном отдыхе, потому что 15 левел, с ним больше делать пока нечего. На тренировках я на фризах, кстати, не появляюсь. Так что садимся верхом на этого красавца, ждем какой-нибудь удачной позы и делаем фотографию на обложку этого видео. Я думаю, такой кадр идеально подойдет. Так, а это что такое? А, фу, не-не-не. Не-не-не. Не пойдет. Вот. О, я думаю, идеальный кадр. Все. У нас есть классные драконы, классные фризы. Мы начнем с ними активную рабочую атмосферу, активную работу. Будем их тренировать вовсю. Конечно, до 15 уровня я их не буду сразу прокачивать, иначе до свидания далеко и надолго, я про них потом забуду, и кони будут просто постраивать в конюшне, как и большинство моих лошадей, из-за отсутствия желания и возможности кататься на всех подряд. Так что все, на этом видео закончено. Я безумно рада, что приобрела этих двух лошадок. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете об этих новых лошадках. Будете ли вы их покупать? Планируете ли вы их покупать? И вообще свое мнение о данных магических фризах. Так что на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующих видео. Ай, и больше магии вам на Юрвике.